играми за юношеские команды Швеции. Но вот сейчас он принял решение выступать за команду, представляющую страну родную для своего отца. И вот второй его мяч, а перед тем он еще сделал голевую передачу. Вы видите всю эту атаку в ее развитии. Конечно, совершенно детскую ошибку допустили футболисты эквадорской сборной. Позволили просто отобрать у себя мяч. В статичной позиции защитник подарил. А дальше точнейший удар Смедберг-Даллинса на 18-й минуте. Боливия. Ну что, может...